В Уссурийске очевидцы засняли гибель своего знакомого. Мужчина на УАЗе пытался переехать реку вброд, но не справился с сильным течением. Комаровка унесла машину вместе с рулевым. Трагедия произошла в микрорайоне Семи Ветров в воскресенье. Уже сутки на месте работают водолазы. Автомобиль обнаружили ниже по течению реки. А вот самого водителя найти до сих пор не удается. На месте работают спасатели из Приморского управления МЧС России.